Анкета младшей дочери Карла Маркса, Элеоноры. Заполнена в возрасте 10 лет. Достоинство, которое вы больше всего цените в людях. Правдивость. В мужчине. Смелость. В женщине. Ответа нет. Ваша отличительная черта. Любопытство. Ваше представление о счастье. Шампанское. Ваше представление о несчастье. Зубная боль. Поступок, который вы считаете извинительным. Прогул в школе. Недостаток, который вам внушает наибольшее отвращение. Ответа нет. Ваша антипатия. Холодная баранина. Любимое занятие. Гимнастика. Любимый поэт. Шекспир. Любимый прозаик, капитан Мариетт. Любимый герой, Гарибальди. Любимая героиня, леди Джен Грей. Любимый цветок, все цветы. Любимый цвет, белый. Любимые имена, Перси, Генри, Чарльз, Эдуард. Ваше любимое изречение и девиз. Стремись вперед.